Утро мы встречаем бодро. Привет, малыши! Ой! Антон, она меня укусит! Ой, я боюсь! Хрюша, дорогой, не бойся. Пчел, если не трогать, они не кусают. А я все равно боюсь. Куда ж ты улетела? Он всех в студии перепугала. Здравствуй, Антон. Здравствуй, Хрюша. Привет, ребята. Не пугайтесь, она у меня ручная и совсем не кусается. Точно? Ну тогда я вылезаю. А знаете, какая она у меня талантливая? Талантливая? А разве такие бывают? Вот у меня на даче все пчелы обыкновенные. Летают целыми днями, пыльцу собирают, нектар. А моя пчела и танцует, и мне подпевает. А я бы посмотрел, как она это делает. Споете? С удовольствием. Действительно необычайно талантливая пчела. А Лиля? Вон у нее какой голос звонкий. Как там поется? Пчелка, пчелка, жу-жу-жу. Ей цветочек покажу. Скажи, пожалуйста, а ты любишь цветы? Конечно, ведь у меня даже имя цветочное — Лилия. Точно! Тогда ты легко сможешь отгадать все мои веселые загадки. Только будь внимательна. Антон, да? Ты читаешь задание. Читаю задание? Да. Я готов, только у меня ничего нет. А теперь... А вот теперь есть. Ты готова? Да. Итак, первая загадка.
Носит шапку желтую, носит шапку белую. Из него весною вам веночек сделаю. Только если дунете на него вот так, шапочку нарядную растеряет. Я сразу догадалась, что это одуванчик. Ничуть было не сказала маг. Вот и я хотел сказать маг. Но правильный ответ действительно одуванчик. И как же ты догадалась так быстро? Очень просто. У одуванчика две шапочки. Белая и желтая. Но белая такая ненадежная. Чуть только ветер подует и... Да, и шапочка тю-тю. Тю-тю, улетит, улетит. Ну что, Антон, читай дальше. С большим удовольствием, Хрюша. Цветок этот белый, красивый и нежный. Весны не боится, капризный и снежный. И пусть не согрелась земля от мороза, но солнце уже улыбается. Это не роза, она под снегом не растет, а вот подснежники появляются уже на первых проталинах. О-о-о, точно! Здорово, ты молодец! Отличный результат! А последняя загадка специально для тебя. Очень удивлюсь, если ты ее не отгадаешь. Она прекрасна и нежна, и запах у нее чудесный. Бывает белую она, пурпурной, желтую, небесной. Изящный праздничный наряд у этой дамы многоликой. И снова восхищаться рад я раскрасавицей. Я этот цветок отлично знаю. И что это за цветок? Это лилия. Ее запах ни с чем не перепутаешь. И она такая же милая и симпатичная, как и ты. Обязательно приходи к нам в гости еще раз. С удовольствием. Спасибо за приглашение. И подписывайся на мой инстаграм. Хрюша, _класс. Там у ребусы есть и стихи разные, и даже конкурсы с призами. Ребята, а вы живите активно, мыслите позитивно. И не забывайте, что на канале Карусель вас нетерпением ждут Хрюша, Антон Зорькин и наши замечательные гости. С добрым утром, малыши!